Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим моку. Для этого нам потребуется сама мока, кофемолка, весы, вода и кофе свежей обжарки. Приступим! Ну вот мы и приготовили нашу моку. Так как этот способ чем-то напоминает эспрессо, я бы рекомендовал использовать кофе средней обжарки, так как он хорошо сбалансирован. Для того, чтобы у вас получилась яркая, вкусная и насыщенная чашка, необходимо соблюсти все тонкости приготовления. Приятного кофепития! Реально вкусно.